Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в этой студии мы будем вместе с вами изучать новый урок субботней школы, который называется так. «Святой Дух – наш Божественный Руководитель». Мы изучаем новые уроки субботней школы, который называется «Христианские взаимоотношения». Сегодняшний урок о Святом Духе поможет нам изучить гость, приглашенный в нашу студию. Это Петр Мангл. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, дорогие друзья. Мне приятно быть сегодня с вами в изучении этого урока. Сегодняшний урок будет говорить о том, как Святой Дух влияет на нашу жизнь, какова его работа и какова его сущность. Давайте вместе с вами, с нашими зрителями, попробуем еще раз понять и разобраться в сущности и в деятельности Святого Духа и как это влияет на нашу жизнь. Ведущий текст говорит так. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо и если бы уклонились налево». Это написал пророк Исаия, 30 глава, 21 стих. Почему именно этот ведущий текст и как оно связано с действиями Святого Духа, наверное, попробуем разобраться в течение всего урока. Первый раздел, который называется «Третья личность Божества». Много обсуждаемое, много дискутируемое. Давайте попробуем сегодня все-таки подвести черту, итог, чтобы мы могли объяснить нашим зрителям и тем, кто сомневается или, может быть, не до конца понимает этот вопрос, какова сущность третьей личности Божества, Святого Духа. Вопрос А звучит так. Откуда мы знаем, что Святой Дух является личностью? Очень прямой и конкретный вопрос. Да, вопрос действительно конкретный. Мы знаем из двух источников. Это Библия и Дух Пророчества. Я думаю, что достаточно для нас есть доказательств на страницах этих священных книг, которые помогли бы нам убедиться в том, что действительно Дух Святой является личностью божественной, которая обладает познанием, которая обладает сущностью переживаний и способностью убеждать и помогать нам, людям, которые по причине греха удалились от Бога, приблизиться к Богу. Приблизиться настолько, чтобы были такие отношения, которые есть между родителями и детьми. Потому что Дух Святой, Он говорит Духу нашему, что мы дети Божьи. Это не только говорит, Он помогает нам, чтобы мы действительно стали детьми Божьими. И почему, откуда мы можем это знать? Потому что, опять же, стихи из послания апостола Павла к Коринфянам говорит, что никто не может знать человеческих мыслей, кроме самого человека. Так и божественных никто не знает, кроме Духа Божьего, который открывает нам это по воле Божьей. В жизни каждого человека происходит определенный шаг, когда он становится полноправным членом церкви, и это происходит через обряд посвящения, обряд водного крещения, когда человеку перед этим объясняются все принципы церкви, и третьим пунктом, если не ошибаюсь, этих принципов является объяснение сущности Святого Духа. В связи с этим вопрос. Во имя кого человек принимает крещение и почему? Мы знаем все эти три слова, когда крестят человека, но почему именно так говорится? Ну, опять же, основание – это Слово Божие, которое нам прямо говорит, что кто будет креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа. И комментарий к этому, доказательство того, что эти три божественные личности, они объединились в спасении человека. И только сотрудничая с этими божественными личностями, мы можем быть в состоянии, чтобы не только называться, но и быть детьми Божьими. Чтобы могли победить грех, могли победить дьявола. В нас самих нет этой силы, но благодаря силе, которая дарует нам Дух Святой, который прямой, наш наставник, утешитель, учитель, руководитель, то мы можем победить эти грехи, может быть, какие-то недостатки характера нашего. Мы можем получить достаточно познаний, чтобы жить согласно воле Божьей. Да. Следуем далее. Второй раздел называется «Небесный учитель». Здесь более подробно объясняется, что Святой Дух, Он выполняет какую-то работу для нас. Какое другое имя дано Святому Духу в Писаниях, какую работу Он, здесь Он пишется с большой буквы, выполняет для нас. Какую работу совершает Святой Дух для нас?
Ну, вначале какое имя было дано Святому Духу в Писании? Утешитель или Дух истины? Когда Иисус должен был вознестись к Отцу Своему, то ученики в какой-то степени были огорчены, разочарованы, опечалены. То Иисус сказал: «Я не оставлю вас сиротами. Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, который пребудет с вами вовек. Духа истины, который вас наставит вас на всякую истину. И Он напомнит вам то, что я говорил вам». Иисус лично уже должен был возвратиться в небесные обители, но для того, чтобы Его народ, Его ученики не остались в одиночестве, не были побеждены врагом, то было дано обещание, что будет послан Дух истинный Утешитель, который прибудет постоянно. И какую работу Он выполнит для нас? Он насаждает в сердце каждого человека познание этих вечных истин Слова Божьего. Он укрепляет веру в то, что Иисус Христос пришел спасти грешников. Он помогает осознать грех и победить этот грех. Уже в дальнейших вопросах мы будем более подробно рассматривать эти качества или эту функцию Святого Духа, которая совершается для людей на этой земле. Да, в следующих вопросах мы будем изучать действия Святого Духа. Да. Давайте тогда продолжим. Каким образом Святой Дух является также руководителем и наставником для нас? Ну, вы немножко уже ответили. Угу. Давайте разберемся в том, вот Он руководитель, получается, Он руководит нами и наставляет нас. Каким образом? Ну, только через Слово Божье. Дух Святой не изобретает чего-то нового. Он только напоминает то, что уже было сказано раньше, то, что было записано на странице Священных Писаний, то, что Иисус повторял многократно, будучи на этой земле. Дух Святой только освещает более ясно или определенно эти истины. Он укрепляет нашу веру, у нас нет сомнений, а также Он послан, чтобы напомнить людям многое и открыть полноту истины, которая находится с нами в то время, когда мы исследуем Священное Писание. Для многих людей Священное Писание, они непонятны, и, может быть, кто-то сомневается в их достоверности, кто-то думает, что это просто написали люди, но в сущности Священное Писание – это есть голос Божий, который посредством Святого Духа был внушен тем людям, которые жили в разные периоды времени, но они в основном писали об одном. Писали о любви Божией, писали о плане спасения, писали о том, что человек имеет возможность для покаяния, для спасения. И это Дух Святой объясняет, и Он запечатляет в нашем сознании, в нашем сердце. Хорошо. Заключительный вопрос в этом разделе. Каким образом Дух Святой запечатлевает истину в нашем разуме? Опять же, как-то как бы повторяется на... да, мысль. Действует ли наш разум, да. Да. Значит, каким образом? Когда мы слышим или когда мы читаем, когда мы размышляем об этих истинах, то человек, который невнимательный, человек, который не имеет такого глубокого желания узнать истину, он может не видеть в этом никакой красоты, не видит в этом какой-то гармоничных связей, не видит в этом ничего ценного. Но тот человек, который уже просвещен Духом Святым, он воистину понимает, что это есть Дух и жизнь, что есть очень ценное. В то время как, примерно, когда ученики шли с Иисусом в Эммаус, Иисус ранее уже говорил им эти обетования, пророчества. Они недопонимали. Когда Он шел рядом с ними и опять же напоминал им, уже позже они поняли, что-то было в этих словах, у них сердце горело, но их какие-то личные переживания на тот момент, их сомнения, разочарования, как бы как те тучи скрывали это свет солнца. Но когда эти тучи рассеялись, они сказали, не горело в нас сердце наше, когда Он говорил нам эти места из Священного Писания. Именно Дух Святой помог им узнать, что действительно Иисус есть Мессия обетованный. Что все, что случилось с ним, это не случайно, это было предсказано пророками, и оно исполнилось. Поэтому стоит и нужно доверять Писанию. Да, это многое объясняет.
все вот эти вот моменты, которые, может быть, мы сомневались и задавали себе вопросы, что в нас действует, наверное, все-таки это был Святой Дух. Когда происходили какие-то изменения внутри нас, когда мы чувствовали, может быть, какое-то обличение, все это работа Святого Духа. Да, это не случайно, это не просто порыв чувств, это не просто, может быть, какие-то обстоятельства жизни, не просто какой-то опыт, я приобрел опыт, я стал мудрее, поэтому я уже все это понимаю. Но это Дух Святой насаждает, Он взращивает, и, соответственно, еще плоды приносятся. Благодаря. Следующий вопрос, следующий раздел называется «Возрождающая сила». И здесь, опять же, мы должны будем описать действие Святого Духа, в конкретном контексте в этом вопросе. Опишите действие Святого Духа, основанное вот на то, что записано в Иоанна 3:8. Эта глава описывает о беседе Иисуса с Никодимом. Когда Иисус пытался объяснить Никодиму духовные вещи, которые Никодим, к сожалению, будучи учителем Израиля, он недопонимал. Иисус говорил: если я говорю вам о земных вещах, и вы не понимаете, как вы можете понимать небесные? Очень часто мы, подобно Никодиму, может быть, пытаемся рассуждать о небесных вещах, но не разумея те вещи, которые понятны для нас и доступны нам. Иисус приводит очень простой пример действия и работу ветра. Потому что в русском переводе говорится, дух дышит где хочет, а в другом переводе говорится, что ветер. То есть мы видим работу ветра, мы видим действия, которые происходят на определенные, скажем, деревья, цветы или что угодно под порывом ветра. В свое время, когда парусники были, большие корабли, ветер их, можно сказать, двигал в определенном направлении, мельницы и многое-многое другое. То Иисус взял этот пример, чтобы показать, как совершается работа Святого Духа в жизни человека. Человек не может объяснить конкретно, когда и как это произошло, но обязательно должно быть рождение свыше. Обязательно должно произойти вот эта возрождающая сила, которая помогает человеку понять, что Господь не оставил человека без надежды, не оставил человека решать проблемы с самим собою. Но были, скажем, выработан план спасения, и в спасении человека участвует все небо. Но в данном случае мы понимаем, что это три божественные личности, это Отец, Сын и Дух Святой, они в единстве, в согласии совершают эту работу спасения человека. И вот это рождение свыше, оно действительно совершает большие перемены. Что человек просто становится новой личностью. Если раньше он был пьяницей, если раньше он был сквернословием, если раньше он был какой-то ненавистник или человек, нарушающий законы Божьи, то благодаря действию Святого Духа человек кается, происходит рождение свыше и становится новым творением. Уже он находит радость и удовольствие в исполнении воли Божьей. Это действительно великое чудо. Это самое большое чудо, которое может произойти или происходит в жизни человека. Следующий раздел полностью будет описывать действие Святого Духа на нашу внутренность, на наше сердце, на наш образ мышления. Действие Духа в сердце. Как Святой Дух побуждает нас делать то, что правильно. Перед тем, как вы ответите, вот мне непонятно. И когда меня... что мне что-то внутри говорит, что это грех, что не стоит этого делать, и меня что-то внутри обличает. Многие говорят, что это совесть, но на самом же деле это Дух Святой. Оно действительно совесть, но Дух Святой действует на совесть человека. И совесть, которая воспринимает эти воздействия, которая соглашается с этим правильным направлением, то оно понимает, если это плохо, значит не нужно делать. А если это правильно, то нужно приложить усилия, чтобы идти в этом направлении. Вот приводится пример, опять же, ведущего текста из Исаии, что и уши твои будут слышать, позади тебя голос. То есть не буквально наши уши, но наше внутреннее сознание. Да? Если бы вы уклонились направо или если бы вы уклонились налево. Если бы просто это был бы голос, если бы так можно сказать, выразить голос какой-то
как робот, да? Вот говорит голос, например, сегодня компьютеры, они говорят что-то, да? Сегодня телефоны, смартфоны, они говорят что-то. Но эти аппараты, они не способны различать, правильно ли или неправильно. Но именно здесь голос Духа Святого, он показывает, если бы вы уклонились направо, или если бы вы уклонились налево, то голос говорит, вот путь, идите по нему. Это работа Святого, вот Духа на наше сердце, который является божественным наставником, который дает ясное понятие о долге и ведет прямым путем до совершения его дела. То есть это работа, которая не совершается только какими-то определенными моментами в жизни, но это постоянно, когда мы внимательны, когда мы понимаем, что иначе мы не сможем дойти до намеченной цели, если нами не будет руководить Дух Святой. То в этом случае мы собьемся с пути. Далее мы говорим о том, как Он помогает в нашей жизни, Дух Святой. А нередко в нашей человеческой природе мы встречаемся с сложностями, с какими-то проблемами. И вот следующий вопрос говорит о том, что Дух Божий помогает в наших немощах. Как это происходит? Происходит примерно, как апостол Павел описывает. Я думаю, это был его опыт и опыт многих христиан, что мы по природе люди склонны иногда к унынию, к разочарованию, какие-то неудачи, естественно, влияют на нас. В эти минуты наша вера ослабевает. И когда мы унываем, когда мы разочаровываемся, то когда мы слабы, то в этот момент мы нуждаемся в силе свыше. Именно Дух Святой, тот утешитель, который всегда готов помогать нам, но мы должны осознавать нужду в помощи Божьей. Когда мы осознаем эту нужду, обязательно мы выражаем это в наших молитвах. Может быть, даже эта молитва, мы не говорим слова вслух, да, может быть, это внутри нас, мы в нашем сознании обращаемся к Господу, то эти молитвы наши, они, в принципе, несовершенны, потому что даже мы не знаем, о чем нам нужно молиться и как правильно молиться. Но Дух Святой, Он представляет эти молитвы в совершенном образе перед престолом благодати. Дух Святой укрепляет наши силы духовные. И тогда мы не только выражаем в наших молитвах просьбы о помощи, о наших нуждах, но в этот момент мы чувствуем, что мы уже получаем это, или мы уже получили сполна, и мы выражаем это словами благодарности, признательности, хвалы. Вот это есть, что Дух Святой укрепляет нас в немощах наших. То есть проходят эти моменты разочарования, слабости какой-то, неуверенности, и человек с новыми силами, с новым энергией идет вперед до полной победы. Да. Вы только что говорили относительно того, что в человеке происходит изменение под действием Святого Духа. Когда человек чувствует себя грешным, и когда он отказывается больше грешить, происходит обращение. Но поводом для этого обращения тоже является действие Святого Духа. То есть что-то происходит внутри человека, на что мы можем сказать, что это под влиянием Святого Духа произошло это обращение. Какова роль Духа в нашем обращении? Какова роль? Главная роль Духа в нашем обращении. Потому что в Иоанна Иисус говорил, что когда придет Дух Святой, Он обличит мир в грехе, в праведности и в суде. То есть только благодаря вот этому обличению Духа Святого, влиянию на сознание человека, человек может видеть свое падшее состояние или греховные наклонности. И Дух Святой не только убеждает во грехе, но Дух Святой приводит к покаянию. А потом Дух Святой открывает и жертву, которая принесена за нас на Голгофе. То есть, что мы уже искуплены от этой греховной жизни. Это все совершает Дух Святой, но опять же через Слово Божие, которое мы исследуем. Эти обетования открываются в новом свете. Это помогает нам обрести ту силу. Потому что пророчества
из книги Иезекииля показывает, что Господь обещает совершить эту работу преобразования или обращения. Но обязательно здесь присутствует Дух Святой, который говорит, что «вложу внутрь вас Дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять». То есть нашей плотской натуре это неестественно. Почему-то быстрее склонность к непослушанию или каким-то, может быть, недобрым делам, немилосердным делам. Но Дух Святой, который совершает преобразование в нашем сердце, в нашем сознании, Он является той двигательной силой, которая делает нас новым творением во Христе Иисусе, и мы уже становимся послушными детьми Божьими везде и всегда. Святой Дух, личность Божества, третья личность Божества, которая имеет огромную роль в нашей жизни. Да. То, что мы чувствуем, как мы это переносим. Можно сказать, что главной личностью внутри нас, что мотивирует нас, или изменяет нас, или служит тем, что мы могли обратиться от каких-либо грехов, является Дух Святой. Мы это поняли и разобрали до сего момента. Да. Что мы можем сказать о тех людях, которые, так не считают? Которые, может быть, до конца еще не понимают о том, каково действие Святого Духа внутри них самих? Ну, что можно сказать? Можно сказать, что просто если не произойдет осознание правильного, то тогда не будет победы над злым духом, который господствует над разумом и сердцем человека. Потому что победа над злым духом возможна только благодаря силе Духа Святого. Потому что Дух Святой, Он убеждает в грехе, Он призывает к покаянию, и Он же помогает человеку покаяться. Злой же Дух всегда искушает ко греху, к непослушанию. И поэтому эти две силы, они противоборствуют или, так сказать, борются за сознание человека. Если мы не принадлежим или мы не под влиянием Святого Духа, тогда мы находимся под влиянием другого Духа. И отвергая вот это единственное средство для искупления или для победы, тогда мы просто будем на стороне пораженных. Заключительный вопрос звучит как название. Его звучит как прямая речь апостола Павла, которую он написал в послании к римлянам. Называется она так: «Нет никакого осуждения. Что написано о нашем положении перед Богом, когда мы находимся под руководством Его Духа?» Все-таки, если мы находимся под руководством Духа Божия, каково наше положение перед Богом? Ну, наше положение, можно сказать, оно благословенно. Правильно. То есть, правильно, уже нет никакого осуждения тем, которые живут во Христе Иисусе не по плоти, а по Духу. То есть, когда Дух Святой убеждает нас о суде, что будет праведный суд Божий, то именно действие Святого Духа на то, чтобы мы использовали возможность оправдания, которое предоставляется нам сегодня. Такое есть время благодати открыто. Если мы приняли это оправдание через Иисуса Христа, то тогда мы уже живем в согласии с законом Божьим. Уже нет никакого осуждения тогда для нас. Святой Дух производит много хорошего в нас. Он обращает нас, Он помогает нам, Он облегчает наше состояние внутри нас, помогает победить грех. Какова роль Иисуса Христа? Ну, Иисус Христос не находится в стороне, Он также участвует в вопросе спасения. Он сегодня ходатайствует перед престолом за каждого грешника. И сотрудничество, тесное сотрудничество Иисуса, Дух Святой и Отец, оно неизменно. Но все-таки в какой-то степени каждый имеет свою прямую обязанность и свою прямую ответственность. Иисус Христос, Он также, так сказать, совершает эту работу спасения. Он также сегодня представляет или предлагает свою праведность каждому кающемуся грешнику. И благодаря влиянию Духа Святого грешник принимает эту праведность благодаря
наделенной праведности, он становится послушным закону Божию и уже становится на самом деле праведным, он уже не согрешает. И если Дух Святой не имеет влияния на сердце человека, если человек отвергает эту силу или же эту возможность, то в этом случае он лишается той единственной возможности быть оправданным и быть прощенным. То есть полное оправдание и полное спасение возможно только когда мы предоставляем себя в распоряжение, скажем, Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Другой возможности просто не существует. А время подводить итог этого урока. Мы говорили сегодня в большинстве о Святом Духе, Его действии, Его влиянии на нас, Его сущности. Что мы можем сказать тем людям, которые еще не понимают до конца? Вопрос относительности божественности Святого Духа и его действий в человеке. Ну, хотелось бы сказать одно, что должны просить об этом познание свыше. Просить, чтобы Господь открыл ясное понимание этих важных истин, потому что если не будет познания, не будет принятия. Если не будет принятия, не будет доверия. И тогда просто, может быть, та единственная возможность, которая предоставляется нам для спасения, она будет утрачена, а другого времени благодати просто уже не будет существовать. То есть вы хотите сказать, что правильное понимание сущности Святого Духа является напрямую вопросом нашего спасения? Безусловно, безусловно. Это есть одна из основных доктрин для спасения для нашего времени. Хотя во все времена, начиная от Ветхого Завета и до конца времени, работа Духа Святого, она всегда ощущалась, и она была плодотворной. Петр, спасибо вам за то, что вы помогли нам изучить этот урок. Я считаю, что мы ответили на самые базовые вопросы относительно Святого Духа. Естественно, что о Святом Духе можно говорить много. Это, ну, в каких-то полчаса мы не вместимся для того, чтобы изучить полностью всю его сущность. Но здесь мы затронули самые важные принципы для тех людей, может быть, которые еще не до конца понимают, а для тех, которые понимают, еще лучше убедиться в том, насколько Святой Дух важен в вопросе спасение лично каждого человека. Да, спасибо Господу, что Он помог нам провести этот урок, и пусть Он поможет, чтобы мы могли понять до конца, насколько важен этот вопрос для спасения нашего. Дорогие друзья, спасибо вам, что уже сегодня были с нами, помогли вместе с нами изучить этот урок, и я верю в то, что это было очень полезно, и ну, у вас больше не возникает вопросов относительности сущности Святого Духа, а если они есть, пожалуйста, пишите нам напрямую. Если вы хотите, вы можете оставлять ваши комментарии под этим видео для того, чтобы мы могли выразить свою точку зрения относительно этого. Ну, а если вы хотите более тесного общения, то вы всегда можете написать нам на странице на Фейсбуке или же написать нам прямой email. Мы верим в то, что еще раз это было полезно для вас, и мы говорим до новых встреч и всех благ вам. До свидания. До свидания.